Очередное заседание ученого совета Казанского университета состоялось в преддверии праздников 27 апреля. Рассмотрели важные вопросы о реорганизации некоторых институтов КФУ, а также конкурсный отбор на должности. Обсуждение прошло под председательством проректора по научной деятельности Казанского университета Даниса Нургалиева. На заседании был поднят вопрос о ряде изменений в организационной структуре различных институтов, преобразовании и переименовании кафедр. Таких изменений ждет Институт управления экономики и финансов КФУ. Происходит объединение кафедр. Из 11 кафедр институт предлагает, после преобразования будет 4 кафедры. Как отмечает директор Института управления экономики и финансов Наиля Бугаутдинова, это поможет не только улучшить качество образования, но и быть более узнаваемыми. Все реорганизации нацелены на улучшение качества образования и на улучшение узнаваемости нашего института не только в Республике Татарстан и ПФУ, но и в России, и в мире. Мы ставим вопрос о развитии финансового инжиниринга, финансовых систем и уже несколько по-иному воспринимать работу с деньгами. Преобразования касались и других институтов. Ученый совет КФУ поддержал решение о внесении изменений в организационную структуру Высшей школы информационных технологий и информационных систем, а также Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Также было принято решение об открытии испытательного центра нефти, нефтепродуктов, битумных материалов и реагентов в Институте геологии и нефтегазовых технологий и инжинирингового центра робототехнических и аддитивных технологий в Инженерном институте. Обсуждение также развернулось вокруг критериев, учитываемых при формировании рейтинга преподавателей КФУ. Также были рассмотрены вопросы о представлении к присвоению почетных званий сотрудников университета и ряду других тем. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.